думаете, что я сейчас буду тут делать? Кофемолка. Орешки. Они какие-то в какой-то там карамели, по-моему, арахис в карамели. Блин, они вкусные, но они нереально жесткие, просто жесткие. И, короче, мне захотелось... О, время уже почти 23, блин. Мне захотелось орех. Не могу, хочу орехи. Ай, убегает. Орехи хочу. Уже начинают заканчиваться. Надо купить. Вот так я перемалываю себе орехи. Потому что мои зубы, к сожалению, уже не выдерживают все это. А орешков хочется. Поэтому я, чтобы лишний раз не травмировать свои зубки, делаю теперь вот так вот. А это не от того, что я их плохо чистила, зубы нет. Они совершенно по другой причине у меня развалились, скажем так. Они развалились у меня из-за сильного стресса. В моей жизни было очень-очень много стресса, особенно в детстве. И поэтому они просто все раскрошились у меня. Если бы, конечно, я тогда знала, что они будут у меня крошиться так сильно из-за стресса, я бы, может быть, что-то постаралась сделать или пила бы какие-то лекарства, чтобы не нервничать. И сейчас вы увидите, что же такое у меня там получилось. Но там эта смесь очень вкусная. Вот такое вот получается. Знаете, самое интересное, то, что когда вот я, кстати, перемалывала кунжут, он у меня просто, видимо, настолько жирный, он просто комьями у меня лежал. Либо я его долго, что ли, перемалываю. Если я уже раз третий, наверное, перемалываю. И смотрите, он... Вот он довольно, блин, он классный. Такой. Довольно много получается. В этот раз не очень хорошо перемололась, потому что у меня нету времени ждать. Немножечко там небольшими комочечками такими осталось. Но, блин, это ароматно пахнет. Это очень вкусно. Не надо больно такие и пережевывать. Я хочу, кстати, попробовать так еще с грецким орехом, потому что мне его тоже начинает очень сложно жевать. И последний раз я его когда жевал, у меня отвалился кусочек зуба. Вот. Вроде бы еще молодая, а зубов уже, к сожалению, остается все меньше и меньше. Хотя, честно говоря, сейчас я уже к врачу, стоматологу хожу очень-очень редко, потому что, наверное, там разваливаться просто уже нечему. Или я на них просто, может быть, уже забила. Честно говоря, даже не знаю, почему. Вот такая, смотрите, вкусняшка получилась. Ну, это классно, кстати. Классно, что... Кстати, на нее был обзор. Классно, что она есть. Я реально очень прям довольна, что вот эта вот кофемолочка у меня есть. И можно и кофе перемалывать, и орешки. И там есть отдельный ролик, кстати, что мы в ней перемалывали. Там, по-моему, даже два ролика. Один обзор, и второй вот что перемалывали. Всем приветики, с вами канал Артмания. И сегодня у меня наконец начался день избавления от хлама. Это вообще старый, блин, я про них вообще просто забыла. Вот эти вот вообще старые, я еще подростком была носила. Вот, эти там что-то покупала, вот эти вот новые, эти тоже новые, эти даже вон блестят. Залезла в шкаф и нашла, короче, нашелся парень, которому они нужны, всякий разный хлам. Короче, работает в театре, и как раз им для декораций, для мешок, они нужны. Короче, вот избавляюсь. Так, вот еще отдаю. Покупала когда-то, хотела натянуть, чтобы вот вешать белье. Лежит уже лет 7. Не нужно, отдаю. Это после нее волосы стали очень сильно выпадать, отдаю. Тут всякие клеящиеся пленки. Книга, которую, кстати, покупала недавно, но она очень-очень неудобная. Тут, допустим, вот он написан. Картофель, да, печеный. Вот хоть бы вот отступили от верхнего. Вот как я должна искать? Я должна вот так полностью весь текст проглядывать. Это неудобно. Отдаю. Здесь у меня фоны для фотосессий. Получилось так, что они качество, конечно, не очень хорошего. И мой фотоаппарат не взял их. Тоже отдаю. Избавление от хлама. Потом в конечном ролике я потом выставлю фотографии, что я отдала. Чтобы у вас, может, вам интересно. Тут вот я тоже думаю отдать. Тут вебка. Думаю, ее отдать, не знаю, короче, пока. И тут, короче,
измерять там температуру какой-нибудь. Вот, тоже думаю, посмотрим. Вот. Вот такую вот штучку достала я Димочке. С виду такой похож на маленький ноутбук, как будто бы с наушниками. Такая интересная штука. Здесь даже диск прилагается. Книжечка. На русском тоже есть. Инструкция. Да? Наушники. Что это там за телка такая? Наушники одевай. Ты знаешь, как одевать? Вот. Наушки одеваются, наушники. Ой, там даже у наушников есть этот. Как его, микрофон. Прикольно. Так, здесь. А, здесь у него есть батарейка, но она, короче, испортилась, что-то потекла, и я так не смогла найти батарейку. Почему она что-то так хорошо растеклась, что то ли застряла там, то ли она должна быть с крышкой, короче, не знаю. Вот. Короче, это... Вот тут даже есть флешка на целый гигабайт, представляете? Целый 1 гигабайт. Представляете, как много? Так. Нам не надо. Так, здесь что-то... А, здесь вот сними мешок. За мешок возьми. За мешок. За мешок. Вот. Все. Вот тут, короче, такая штука, она сканирует текст ею. Но там нужна батарейка. Надо с батарейкой это делать только. Доставай эту штуку. Нет, вот эту доставай. Ну, давай. Она не так сразу достается. Да? Сейчас мама достанет. Давай все вместе доставай. Ох. Здесь еще какие-то проводки всякие. Какие-то тут переходник. Так, это нам не надо. Тут у нас... А, тут, кстати, такая вот... Такой переходник. А какой тут? А, тут вот, кстати, в Китае у них вот такие вот розетки. Не знаю, почему. Напишите в комментарии, они экономнее, что ли, у них? К нему есть переходник вот такой вот. Да, ее нужно перевернуть, наверное. Нажать вот так вот. Опа. Ай, он только открывается. Оп. Все. Так. Подожди, дай я сначала подпишу. Смотрите, короче, вот такая вот штучка. Вот она здесь должна быть батарейка. Вставляется. Да? Вот, вот она открывается. Смотрите, как маленький ноутбук. Короче, эта штука переводчик. Это переводчик. Допустим, приезжаете во Францию, да, французский не знаете, и просто с ним ходите, вам люди что-то говорят, и он переводит, и голос там женский передает вам наушники. Короче, такая вот фигня. Или вы говорите, ну там же микрофон, или вы говорите микрофон, и, наверное, он переводит туда. Короче, не знаю, какая-то такая вот фигня. Такая вот штучка. Вот тут написано все, что у нее есть. Хотела, я ее достала, хотела отдать сначала. Потом подумала, пускай ребенок играет, потому что сейчас все равно не найдешь уже такую батарейку. Я искала. А, я в одном месте находила, она стоила что-то 2000-3000, наверное. Я подумала, ну нафиг. Вот, можно там подключить к розетке и, в принципе, заниматься. Но... Если подключишь к розетке, то, по-моему, вот этот вот подключить нельзя. То есть сканер как раз-таки. А, вуаля! Вот он. Вот он включился. Да, здесь разные буковки. Подожди, он еще, видишь, грузится. Кстати, он не держится, он падает. Видимо, вот эта вот часть тяжелее этой. Вот такой, смотрите, как маленький ноутбук. Которому ребенку очень-очень нравится. Подожди. Видишь, идет вот штучка, она загружается. Тут вот все нарисовано. Там есть он прям... А, слушайте, она прям как у ноутбука маленького. Такой, как маленький ноутбук. Смотрите, и Tab, Shift,
Е, С тут, алфавит, как этот, Enter. Тут прям кнопочки. Ой, господи, вот Enter, этот пробел. Тут удалить, наверное, вот включить. Микрофон, звук. Там что-то. Деловушка какой сидит. Прям как будто работает такой. Работает деловой. Деловушечка моя. Деловой какой. Тебе прям надо рубашку какую-нибудь, брюки, туфельки. И прям такое рабочее место можно. Да, деловушка. Чего, натыкал? Дотыкался. Тыкал, тыкал и натыкал, да, Дима? A, B, C, D, что у тебя там показывает? E, F, а, тут прямо смотри, G, алфавит. H, I, написано. J, K, L, M, N, O. Q, R, S, Z, I, и краткое, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Ч, Ш, Щ, твердый знак. И, мягкий знак. Э, ю, я. Угу. Теперь вот как раз русский алфавит. Все четко, ясно. Не то, что в твоем планшете. Не поймешь, то ли че, то ли ше, то ли. Ты запомнил, где ты нашел русский алфавит-то? Все будет. Еще будет? Ну, давай, зайчик, старайся. Что Дима делает здесь? Что ты делаешь? Тут занимаюсь. Ах, ты занимаешься? Ну, занимайся, занимайся, зайчик. Занимайся.